в этот шикарный добротный Mercedes с сохранением штатного головного устройства без каких-либо изменений. Мы установили полноценную мультимедийную систему на торпеду, полностью ее интегрировали по дизайну. Теперь, как вы видите, справа у нас YouTube, слева Яндекс Навигатор, и звук идет в штатную акустическую систему стерео, регулируется штатной крутилочкой. В любой момент, по желанию, любое приложение можно развернуть на весь экран. Пожалуйста. Яндекс Навигатор с полноценным мультитач-сенсорным и голосовым управлением. Можете проложить маршрут, все, что хотите, можете сделать. Из Play Market вы сами можете скачать абсолютно любое приложение. Полноценный Play Market, все без ограничений. Загрузить на рабочий стол и пользоваться, как будто всегда здесь и было. Например, онлайн-телевидение. Все каналы со всего мира к вашим услугам. При включении задней передачи всегда будет в приоритете камера заднего вида, которую мы тоже установили в этот автомобиль. Шикарная картинка. Все работает по штатному. Выбираем какой-то канал, который вам больше всего в данный момент интересует, на весь экран. И показываем вам, как можно сделать это так, чтобы было разделение экрана на два. Поехали!